Зелененькая тут травочка. Зелененькая. Березка молодая. Тут плевает, наверное. Магазин. Торговый центр. Красиво он как. Глобаль Виланджи, суп по-итальянски. Даже не обратила внимания, что это глобаль. В прошлый раз у нас с вами был сок апельсиновый от них был. Там вкус вообще какой-то непонятный. Пахнет он обалденно. Там чечевица, помидорка. Так, вон чечевицы много достаточно. Помидорки там, что-то еще. И добавляем 1,5 литра воды и варим. Посмотрим, что же у нас с вами получится. Мама, сметанку. Вкусный? Да, сыр или сметанку. Сметанку давай. Туда? Я хочу сыр. Со сметанкой, да? Вкусно? Да. Сыр добавишь со сметанкой. Да. Ну, сыр добавь со сметанкой, говорю. Ребенок говорит вкусно. Здесь помидорка, вон это. А, нет, это не плов, чечевица там. Добавляй. Еще вкуснее, да? Ну да, со сметанкой, наверное, будет вкуснее. Ты зачем меня снимаешь? Сметанка будет гораздо вкуснее. О, вот еще. Такой он чуть-чуть пресный, с говядиной, наверное, будет вкусно. С сметаной вкуснее. Со сметаной, смотрите, прям очень-очень-очень вкусно. Еще и с тостеркой вдобавок, с такой прям вообще обалденно. Так, это Димина. Называется игра «Дорисуй». Это Димина. Все, сейчас иду. Так, и это мои. Это мои. Здесь получился цветочек. Ага. Зато ты мамину угадать не сможешь. А здесь что? Это половинка, что ли? Это половинка? Это Димина, я не знаю. Дим, это половинка или ты просто пишешь? Ну, никакая разница, давай это, угадывай. Нет, это он просто проверял, пишешь фломастер или не пишешь. Это трава. Это трава, видно же. Так, ты что? Подсказал, ну ладно. Ага, Димина, да? Димина. Три. 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 Листочка три. Так, это цифра три. Я вот это уже все угадала. Да? Ну, да. Там целых три их. О, а тут мои-то спрятал. Вот это я что-то не пойму, что это такое. Давай, ну угадывать надо. Видишь, тут я понял, сложные. Это солнышко. Тут собака. Блин, я ничего не понял. Какая-то зверушка. Так, вот тут. Тогда цветок будет. Тут какая-то бложка. Вот она. Тут солнышко, а тут подсолнух. Так, мама, как я угадал. Поле. Тут лес, это... наверное, вот так вот надо. Мама, и что не поле? Смотри, что это вот это вот. Здесь дерево. Треугольник. Да, и что с ним сделать? Ну, додумайся, подумай. Теперь мамина угадывай. Это мамина, что ли? Да, это мамина. Что это? У тебя получился воткнутый флаг. У тебя флаг. О, ну, мам, нарисуй. Ну, ладно, вот это я что-то. Жопа, что ли? Что у тебя на уме одно и то же, я не пойму. Так, ладно, здесь вот какая-то... Здесь, наверное, кошечка. Ой, ты что-то одно не угадал. Это у меня было солнце это. Это половина солнца было. У тебя не похоже этого солнца. Здесь кошечка. Ой-ой-ой, у тебя все неправильно. Смотри, тут у меня было дерево, тут а я думал, тут лес. А тут задница какая. Женя. Да что это такое? Я больше не... Если дорисовать, то получится... Это одна картина. Я понял, что тут одна. Чё? Так. Это самолет у меня был, блин. Где самолет? А я думал, это бложка какая-то. Я думал, это плохо. Куст, это... А, вообще... куст. А я думал, а я так и подумал, куст, да. Так, ну, что это такое вообще? А, это что такое? Да у тебя все правильно, у тебя вот тут все правильно, только траву забыл дорисовать, а все правильно. Так, траву это у нас, только. Это у нас, что это у нас? Какая-то. Не пойму я. Давай, Дим, дорисуем, не подглядывай, как у папы.
Сам давай дорисовывай. Что у тебя а, здесь? А, это рука. Пальцы надо рисовать просто. Раз, два, три, четыре, пять пальцев. Вот, пожалуйста. А низ? Вот это вот полукруг. Да вот мне все что-то вот, подозрение какое-то. Это детская игра. Мяу! Я понимаю, что детская. Вау. Мяу! Понял. Что это такое? Это усы. Осталось дорисовать нос. Глаза. Давай, Дим, сам догадывайся. Давай, давай, давай. Что остальное? Остальное еще две детали. А, вот это? Да, 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 да. Это. Тоже усы? Давай, делай. Сам делай. Сам делай. За папу не повторяй. Усы? Это одна, говорю, картина. Одного. Ну, а усы. Тут у тебя целых три. И кошка, и это, и это. Ну, кошка, рука и усы. Что, не так, что ли? Ладно, давай это дальше. Это что, это тоже, что ли, угадал? Да, да. Ой. Это детская. Детская. Ну, ты так нарисуешь, что тут... вот я нарисовал, вот, а вы это... Так надо дорисовывать, в этом все. А я думаю, угадывай. Да. Я все понял. Это у тебя цветы, только это на облако похоже. Да? Да. Похоже. Наверное. Цветы точно это? Та, ту еще вон та осталась. Тупище, 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 тупище. Ну, похоже. Тупище, тупище. Откуда я знаю? Вообще не пойми, что треугольник какой-то. На шапочка скомороха. Где? А, Дима, прям быстро. Чик-чик-чик-чик. Все. Трубу забыл. Сдаешься? Ну, нет, надо доделать, папа. Цветочек. Это что такое? Человечек. А здесь у нас... А здесь у нас... Что у нас тут? Летающая тарелка. Солнце это. Летающая тарелка. Нет, это солнце. А это человечек, инопланетянин. О, ты все неправильно сделал. Это он так танцует. Все, я правильно. Это дом был. А вот это, пап, вот это доделай. Вот я не знаю, что это. Если бы это был не для детей, я бы, наверное, что-то подумал бы другое. Это для детей. Готово. Ты просто по мере испорченности своей. Смотри, у тебя тут все готово. Думаешь, что-то другое. У тебя все тут, смотри, готово, только флаг у тебя такой вырезанный. Тут вот, видишь? Ух ты. Ух ты. Ты. Сложно, да? Ой! Это, наверное, гриб. Ну, папа, папа. Я тебе все расскажу. А это земля. Я тебе все расскажу. Это был цветок, вот этот. Вот это тоже был цветок был. Это дом был. Так, сейчас вы у меня это угадываете. Солнце. Сейчас я еще не угадала. Подожди. Я еще не написала. А я вот так сделал. Ну, давай, ладно. Так, положите, будете дорисовывать. Вот я сейчас смотрите, как сделаю. Чего? Туда мне не надо дорисовывать. Недопонял. Вот я сейчас... Ну ладно, вот смотрите. Недопонял. Так я все по-русски объяснила. Ладно, здесь дорисовывай. Твои, да. Правильно я угадала? Ага. Да? Да. Там велосипед? Ой, блин, нет. Это только дерево было. А, это... Я смотрю листья вниз, думаю, дальше велосипед, наверное. Думаю, листья-то у дерева наверх, думаю, а это вниз. Солнце вверху, а листья вниз. Думаю, как так? А здесь, правильно, Дим? Ну, правильно, у тебя какой жучок получился, а это самолет был. А, это самолет? Да, и это что у тебя? Арка. О, это куст был. А, это куст? А, я не пойму, что за шапочка, надо было ребенка подрисовать там. А следующее, Дим, тут правильно? Мы тут никто правильно. Не угадает. Вообще, где неправильно? Правильно тут? А, тут? Да. Так, дом правильно так. Цветок правильно, трава тоже правильно. Надо было только до конца. Вообще-то, лужайка вообще.